Всем привет, я Виталий Сапраненко, и сегодня бы хотел поговорить о матче Кубка страны между гомельским «Локомотивом» и футбольным клубом «Витебск». Но очень интересный жребий достался «Витебску», соперник непростой. В первой лиге гомельчане идут на втором месте, причем держатся там довольно уверенно, 3 очка от третьего места, и команда всерьез претендует на выход в высшую лигу. Что касается «Витебска», то после выигрыша у минского «Динамо» Витебск закрепился на 5-м месте и вообще показывает отличную игру. Все бы ничего, но вот матч Кубка придется витебчанам проводить на синтетическом покрытии, с которым витебчане не очень хорошо дружат. И в прошлом году, вот, например, Никита Наумов, один из лидеров, как раз-таки получил травму, играя на синтетике. Поэтому очень большой вопрос возникает с тем, в каком составе будет играть Витебск в этом матче. Насколько я знаю, из клуба есть довольно много повреждений, таких микротравм и у Гущенко, и у Тимошенко, и у еще нескольких игроков. Всего порядка 5-6 игроков были такие небольшие повреждения перед этим матчем, и поэтому их выход в стартовом составе, скорее всего, будет под вопросом. Что касается замен, то не так много сейчас у Витебска тех, кто может квалифицированно подменить вот этих вот игроков основы. Совсем недавно покинул команду Виноградов, который откровенно провалил этот сезон. Что касается еще из игроков, которые могли бы подменить игроков основы, ну, я вижу только выход, наверное, Вергейчика вместо Волкова. Ну и, может быть, замена по позиции защитника Залесского поменяют на такого же игрока амплуа, на Золотова. Поэтому думаю, что вот если учитывать все вот эти обстоятельства, Витебск и Гомель, скорее всего, сыграют очень такой упорный поединок, в котором будет очень мало забитых мячей, но все-таки я верю в своих земляков, думаю, что они пройдут, но не исключаю даже вероятности того, что будет 0-0 и серия пенальти. Удачи всем!